Наверное, где-то есть в рюкзаке. Здорово, Пец! Да-да-да. Так, сейчас. Гори, смотри, гори! Можешь 5 секунд поводить? Просто я ручку. Догнай, догнай,
Правильно? Так, а сейчас куда мне, куда мне? Там петличку, Али, ты убрал. Где? Где? Там. Где? Стой, Макс. Выходим! Мужики, Олег Титов, какой номер? Ребят, камеди. Какой номер у Титова? Какой? У Олега Титова какой номер? Блять, спасибо. Константин, 91. Косицын. Где? Роман Косицын, 50. Антон Шасчук. Звук-то есть, сюда, да? Один, Сев, один! Проводи! Все. Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в этот солнечный и замечательный день! Несмотря на то, что календарь нам показывает уже 8 сентября, Михаил Шуфутинский с своими многомиллионными поклонниками уже давным-давно перелистнул календарь на 4 число. Ну вот у нас уже 8 на дворе, воскресенье, теплый такой по-настоящему солнечный день. И нас с вами ожидает такой по-настоящему тоже теплый, солнечный и веселый матч, который сегодня заказан был нашим замечательным капитаном Александром Ильиным. Это капитан команды «Подиум». «Подиум» играет уже в первой лиге, поскольку вышли, заняли второе место в дивизионе 2А и вышли в первый дивизион Запада, который слывет вообще одним из самых сильных в Москве. Ну, в общем-то, команда «Подиум» также выиграла зимний кубок. Сели! И «Барса», которые тоже пополнили первый дивизион. Ну вот пока что первые блины у «Подиума», к сожалению, выходят комом. 4 игры, 4 поражения. Предпоследнее место в турнирной таблице. Но я верю в то, что команда «Подиума» соберется. У нее есть такой замечательный руководитель, как Александр Ильин, который уже 100 лет в любительском западном футболе. И уверен, что Саша обязательно ведет порядок, и все у «Подиума» будет в порядке. Ну что ж, сказали мы про «Подиум», а теперь непосредственно приступим к играющим сегодня в этом замечательном матче командам. Сегодня для вас в эфире буду работать я, комментатор Максим Киселев. Надеюсь, что не испорчу вам веселого вот этого зрелища. Итак, сегодня встречаются две команды корпоративные, такой вот коллективы. В частности, это Yellow, Black, White. Если вы учились в английской специализированной школе, то для вас не составит проблем перевести это название. Желтое, черное, белое. Вот такое вот наименование у команды Александра Ильина. И видим, что черные и белые цвета присутствуют в экипировке коллектива. Ну а желтые бутсы, в принципе, у Саши Ильина. И вот, я смотрю, левого защитника тоже желтые. Бутсы, вот первый момент возникает. Это уже соперники, которых не успел я назвать. А соперники у нас сегодня веселые. Это команда Comedy Club. В бело-красных цветах, такой литовской расцветки, формами напоминает форму сборной Польши, наверное, по футболу. Ну вот искал я здесь Гарика Бульдога Харламова, а также Мартиросяна, но что-то вот не доехали камеди-клубисты до Сетенского парка. Возможно, сейчас наблюдают прямую трансляцию своих коллег. Ну и давайте, наверное, перейдем к стартовым составам играющих сегодня команд. Начнем с команды Yellow, Black and White, которых я первыми назвал. И в следующем расстановке выходит коллектив на
поле, в воротах будет действовать Дмитрий Величко. Насколько я понимаю, без номера. Yellow Black and White. Защитник Максим Андрющенков, номер 6. Лаша Чургулия действует под 7 номером в центре. Слева в защите Алексей Махнович. Или Михнович, наверное, все-таки правильно будет. Этот надо мне момент уточнить, поскольку здесь вот так написано не совсем разборчиво, но да ладно, разберем. Ну и, как я уже сказал, Максим Андрющенков будет действовать справа. Линия полузащиты представлена следующего футболиста. Забить, забить! 33-й Максим Смирнов. Мой тетка под номером 10. Алексей Гришай, номер 28 слева. На Смирнов, соответственно, в центре оказывается справа. Ну и на острие атаки человек, которого я уже назвал, о котором говорил. Это известный замечательный человек, футболист, который сегодня под 27 номером, это Александр Ильин. Как вы понимаете, он капитан команды. И вот именно сейчас Саша с мячом ищет вариант для продолжения атаки, находит ее проникающей передачей. Но хорош защитник Comedy Club. Также не назвал я главный тренер команды Yellow Black and White, это Эдуард Илоян. Расскажу я вам немножко об этом коллективе, вот то, что Саша поведал мне перед матчем. Насколько я понимаю, что впервые на Сетуне играют эти коллективы, но вот будем потихонечку знакомиться. Ну и сегодняшние соперники, это команда Comedy Club. Я спрашивал у Александра перед матчем, будут ли звезды, будут ли актеры. Ну, насколько я понял, как мне Саша пояснил, в основном команда Comedy Club представлена персоналом этого всего замечательного театрального действия, которое вы наблюдаете на канале ТНТ, и также проект был на Первом канале. Ну вот, представляете, наверное, какой график, какая загруженность и какое количество репетиций у знаменитых артистов, Ильдо Харламов и также и Вадим Галыгин. Кстати, Вадим Галыгин играет в футбол, и видел я его на чемпионате мира между артистами. Вадим Галыгин, да, выступал на позиции защитника. Происходило это все на РЖД-арене, на Черкизово. Так что актеры тоже играют в футбол, но вот сегодня, видимо, они репетируют, готовят новые номера для вас, дорогие друзья. Ну и в следующем составе выходит сегодня на матч команды Comedy Club. В воротах действует Тамби Масаев. Под номером, друзья, сейчас внимание, 111 номер у этого вратаря. И вот такой я вижу впервые, трехзначный номер. Ну, видите, команда веселая, связанная с шутками. И поэтому вот такой вот шуточный номер у Тамби Масаева. Аж 3 единицы на спину себе поместил. Посмотрим, как будет действовать этот голкипер. В защите. А здесь надо сказать, что нестандартная расстановка у Comedy Club. Это в отличие от... В отличие от Yellow, Black and White, это 1-2-1, 2-1, хотя вот там Тамби Масаева не называть, то это будет, наверное, такой вот вариант с тремя защитниками, одним опорником, два инсайда атакующих и на острие атаки, конечно, человек присутствует. Ну и следующий футболист. Справа действует по 23-м номером Самвел Мурадян, под 3-м номером слева Олег Титов, Алексей Зюзин, тот самый андердог. Тот самый опорник этой команды, он под номером 5. Два инсайда, это правый Константин Обухов, вот такая вот футбольная фамилия нападающего известного, который выступал в частности в российской футбольной премьер-лиге. И Роман Косицын под номером 10. Будет действовать на амплуа левого инсайдера. И на острие атаки под 19 номером будет действовать Антон Шастун. Вот в такой установке выходит Comedy Club. Ну и главным тренером этой команды, как и многих других команд, является Максим Сергеевич Ковальчук. Это, наверное, самая вообще известная фигура на Западе. Тренирует он и женскую команду Маруси, и, по-моему, даже сборную тренирует. Также команду АФК Портер высшей лиги Запада. Сам играет за Портер СВ, который сегодня, кстати, одержал классную, крутую победу над командой Константа, шедшей без поражений в чемпионате. Ну вот Портер СВ сегодня нанес первое поражение Константе, одержал победу, да, присутствует там много футболистов, которые очень известны на Западе. Это и Роман Гаранин, и многие другие, Архангельский, и Иван Коротков. В общем, много футболистов, которые очень известны. Ну вот Максим Сергеевич Ковальчук подскудно является тренером Comedy Club и давал подробную установку со своим неизменным кожаным черным блокнотом.
объяснял, как нужно, во-первых, рынок действовать, ну и достаточно вот так живенько у Comedy Club получается футбольное действо. Атака разворачивает они на ворота, передача на дальнюю штангу, к ней подбирался сейчас Антон Шастун, но здорово действовал против него защитник, так что даже не пришлось Дмитрию Величко вступать в эту игру. И вот, кстати, сейчас впервые повернулся ко мне спиной, видим, что по 16 номеру действует этот вратарь, и такие вот седины в его волосах выдают колоссальный опыт, который у этого вратаря имеется. Спрашивал я, не является ли родственником известного еще одного нашего на западе человека, Величко, который играет за команду «Барс» и тоже участвует здесь в административных различных вопросах, организовывает нам праздники и шоу на континентальной футбольной лиге. Но нет, родства здесь нету, а всего-навсего является однофамильцем. Ну что ж, возвращаемся к футбольному непосредственно действию. И здесь видим, что команда на данную минуту борется за инициативу. Проводит атаки и одна и другая команда, вот словно на качелях. Раскачивается наш поединок, опасный момент. И здорово сейчас действует защитник. Это Рустам Джибилов на своих длиннющих ногах. Добрался сейчас до своего оппонента. Это был Максим Смирнов под номером 10. Но Джибилов команду выручает. Не получается выйти сейчас в контрнаступление. Снова с мячом Yellow Black and White. Можно, наверное, сокращенно аббревиатуру использовать ЕБВ. Достаточно, в принципе, она не звучит нецензурно, и поэтому иногда буду называть ЕБВ, дабы не дотягивать произношение такого замечательного футбольного коллектива. Угловой удар сейчас зарабатывает команда Yellow Black and White. Заштурмовывает сейчас свою футбольную экипировку один из футболистов. Ну и, конечно же, Александр Ильин там создает напряжение на поступах к вратарской площадке. Но также Смирнов там ему помогает и решает тоже. Но передача следует на дальнюю штангу. 16 номер, сейчас посмотрю, вот такой здесь неотвечен. По всей видимости, правый защитник это Максим Андрюшенко. Да, нет, поставлю 16 номер, я просто воспринял за кавычку эту единицу, да, Максим Андрющенко, сейчас получавший мяч там на углу стартовой площадки, действует справа в обороне. И вот по такой подсутствующей шевелюре можно его легко идентифицировать. Но сейчас атака еще одного Yellow Black and White и неточная передача Смирнова. Александр Ильин сейчас такую микропретензию своему партнеру высказал, поскольку ожидал он более точного паса от своего партнера под левую ногу. Но Смирнов пока осваивается, а Андрющенков уже, похоже, весь в игре, отбирает мяч, отдает своему партнеру. Это седьмой номер Палаша Чурбуля, центральная команда. Перехват от Comedy Club и новая атака происходит. 17 номер сохраняет. Спасибо, подсказок Сергей Клепиков, который уже успел выйти на замену. Именно он сейчас врывался на оперативный простор, но защита Yellow Black and White не совладала с этой атакой. Гусейнов, отличнейшая передача, можно забивать, штанга! Спасает команду, и вот сейчас вы можете в онлайн-эфире услышать вот этот выдох всей команды Comedy Club. Конечно, рассчитывали на то, что будет взятие в этом эпизоде, но взятие не случилось. Как известно, штанга сплывет настоящей сестрой всех вратарей. Александр Ильин наносит удар, но этот выстрел заблокирован самым маленьким защитником Comedy Club, но по футбольному он сейчас велик. И Yellow Black and White будет вводить из-за боковой. Это Смирнов, ну а партнер сейчас огорошил его этим обратной передачей. И Смирнову требуется время для передышки. Замена будет в составе Yellow Black and White. И смотрим, что под девятым номером на поле появляется Александр Пронин. Тоже опытный футболист. Видно сразу, что много поиграл в футбол. Но вот видите, Пронин вышел и тут же в центре поля занимает позицию. Наверное, будет центральным сейчас действующим лицом. Идет в активный прессинг, но безупречно действует Паша Чурбуля. О, нет, простите, это не Чурбуля. Чурбуля-то играет за Yellow Black and White. Видите, пока что немного путаюсь. Но это Рустам Джибилов, который сегодня молодцом. Дважды уже себя здорово проявил этот защитник, не боится идти вперед, ну а Yellow Black and White начинает новое наступление, на этот раз по левому флангу. Передача на Пронина, на Ильина и снова, вот он, царь горы, вот он, Рустам Джибилов в действии. Такой
я бы сказал, Джорджо Кьеллини в составе Камеди Клаба. Рослый защитник, который читает все эти проникающие передачи Yellow, Black and White, словно семечки, щелкает и прерывает одну за одной атаки Yellow, Black and White. Сима Андрющенко в передаче на партнера. Это Алексей Гришаев врывался там справа в правую зону, но передача перехвачена. Гусейнов слева. У него много простора для того, чтобы войти в зону. Сузил, а Максим Сергеевич Ковальчук подсказывает, что сужать наоборот не надо. Знаем, что сужать требуется в основном при оборонительных действиях, а в атаке нужно наоборот расширять, дабы обеспечить свободные зоны для отрыва своих партнеров. А мы видим, что у Камеди Клаба хорошие быстрые нападающие имеются, и нужно создавать и простор. А сейчас выход 4 в 3, уже 4 в 2, передача на Ильина. Дальше будет как действовать Ильин, у него есть несколько вариантов. Он выбирает удар и попадает в створ. Хорошая атака Камеди Клаба. Это там Дима Саев своими 3 единицами. Сейчас... одну единичку можем обвести. Тамби сейчас выручает свою команду. Александр Ильин выбрал, наверное, одно из оптимальных решений, хотя были два варианта у него на партнеров. Но Александр опытный футболист, много голов наколотивший как в дивизионе 2А, так сейчас и наколотит обязательно в первой лиге. Ну и взял игру на себя. И оба сейчас были хороши, и нападающий, и вратарь. Обухов сейчас меняется вместо него на поле. Под 10-м номером появляется Роман Косицын, будет он действовать справа в атаке. Ну и у Yellow Black and White тоже происходит одно изменение. Это Максим Андреев появляется на поле под номером 88. Вот знаем, что одна восьмерка знак вселенной приносит счастье, но, наверное, Максиму Андрееву две восьмерки должны принести двойное счастье. Полюш, он выходит в атаку. Руки. Менял он Александра Ильина. Удар Пронина, прекрасно! Это вышедший на замену Пронин. Я говорил, что Пронин вышел в центр поля и, наверное, будет центральной фигурой в этом матче. И Пронин оправдывает твои слова. Безупречным ударом в угол отправляя мяч. Ну, как Глеб Жиглов, наверное, вместе встречи изменить нельзя, отправлял бандиту, помните, в этом эпизоде фильма, отправлял бандиту один за одним шары в на русском бильярде, когда герой Куравлева сказал: вы бы сняли пиджачок, гражданин начальничок. Вот сейчас Сапронин пиджачок-то и поднял. Неволен был выручить один раз ему на сайт, как не старался вратарь дотянуться до этого выстрела, но выстрел оказался безупречным и фиксирует первое взятие ворот в исполнении команды Yellow, Black и по-прежнему White. Еще одна атака разворачивается. Вот смотрите, как тренерский штаб, напоминаем, что это Эдуард Калаян, а ему, конечно, Александр Ильин обязательно помогает. Да, вот сейчас оба подтвердили кивками головы и улыбками. Привет, передаю в прямом эфире. Ну да, действительно, смотрите, какие тренерские находки. Уже в первом тайме вышедший на замену Пронин решает просто-напросто в угол. И посмотрите, как активно вошел в игру Максим Андреев. Да, вот такие вот замены от тренерского штаба Yellow, Black and White. Но поверьте, что у Максима Сергеевича Ковальчука тоже есть свои аргументы на этот счет. И мы элементы тренерского участия непосредственно действия обязательно увидим. Продолжает наступление команды Yellow, Black and White. Передача направо. Это 28 номер Алексей Гришаев. Забить базу надо, забить! Молодой один мало. Еще раз, да. А вот более опытный партнер, это Дмитрий Колосов. Смотрите, какой дриблинг Колосова. Передача направлена, скидка, надо забивать второй. Но там, друзья, Рустам Жигин. Я бы сказал, что это один из лучших игроков сегодняшнего матча, тем минутам, которые мы с вами увидели. Рустам Жигилов, по крайней мере, в мою топ-тройку входит определенно. Если ты не будешь возвращаться назад, не нужна такая игра. Голы твои не нужны. Это командная игра. Вот сейчас слышите вы в онлайне, как Александр Ильин критикует его любимца Пронина за то, что тот сейчас в оборонительных действиях своей команды дает напряжение Александру. Напряжено, накал, страсти должны кипеть. И вы все, друзья, не думайте, что сегодня товарищеский матч. Станислав Черчесов приучил нас на чемпионате мира называть матчи контрольными. Ну, а команды, мы видим, что по такому настрою, который они демонстрируют, сегодня играют на победу. Передача, надо проявлять себя. И в обыгрыш идет Андреев, но эту ситуацию считает Тамби Масаев. И обводим его вторую единичку. А Тамби Масаев все-таки имеет одну единицу, но в протоколе у него 3. Ну вот 3 единицы, и трижды уже себя Тамби Масаев проявил, а 2 сейва просто были классными.
И двойную замену сейчас делает Comedy Club. 8 и 23 номера появляются на поле. Это очень большая заявка, конечно, у Comedy Club. Самвел Мурадян под 23 номером. И под 8-м, друзья, под 8-м, вот что-то я не вижу. 88-й номер у меня в протоколе отмечен. Может быть, ребята, Зюзин вышел, да? А, понятно, да, понятно. Пятерку и восьмерку я вас принял как пятерку. Константин Зюзин, номер 8-й, большое спасибо. Алексей, даже вот так. А Константин — это обувь, все верно. Да. Разобрались мы. Еще раз благодарю уважаемых футболистов Comedy Club, которые помогли мне. Алексей Зюзин, номер 8-й, вот он выходит на поле. И в дальнейшем путаться вы, конечно, не будете. Закрылась сейчас там Comedy Club. Сейчас, конечно, футболисты начинают более активно нажим на ворота. Дмитрий Величко, нужно отыгрываться, нужно торопиться, поскольку время первого тайма у нас стремительно тает. Передача на левый фланг. Несем снова Yellow Black and White. Вынужден сейчас через вратаря играть защитник, появившийся на поле по 25-му номеру. Кстати, в стартовом составе Алексей Михнович сейчас действовал через вратаря. Вот эту технику сейчас демонстрирует Yellow Black and White. Ну что, забивает! Забивает завершать эту прекрасную атаку. Но нет, защитники не справились. Ну и сейчас уже хозяйствует Рустам Джибилов. Ну это просто находка настоящая для Comedy Club. Как сегодня действует Рустам? Сколько у него отборов, сколько у него выполнено. Здорово! И, как я люблю говорить, у Бурного уже заканчивается шариковая ручка. Андрюх! И еще один угловой подает сейчас Yellow Black and White. Можно бить, удар по воротам. За мяч. 17 номер. Андрей, в атаку, Андрей! Собрали, парни. Клепинок, по-моему. Неразборчиво написано. Нападающий, которого, кстати, сейчас уже меняют. Вот, ребята, наверное, еще замена. Обухов возвращается на поле. И Шастун. Да, эти футболисты начинали с первых минут в составе Comedy Club. Антон Шастун и Константин Обухов. Стартовая расстановка. Возвращается сейчас на поле. Ну и замена автора единственного пока что забитого мяча. Да, Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти. Но будем надеяться, что Александр Пронин уходит лишь в первом тайме. И что этого футболиста мы еще увидим. А тем временем, смотрите, как Обухов вышел. Не зря у него такая фамилия яркого нападающего, который играет, который играл в Динамо, в московском Динамо за Кубань. Поиграл и в ФНЛ, и в премьер-лиге. Но вот у Comedy Club есть свой Обухов. Зовут его Константин, и вот именно он сейчас имел хорошую возможность для того, чтобы счет сравнять. Снова здорово действует Рустам Джибилов, вытыкает мяч, но вторым темпом Yellow Black and White продолжает атаковать. Александр Ильин, вернувшийся на поле, уже на правой бровке хозяйствует, ищет варианты для партнеров. Передача на правого защитника оборачивается пасом на ЦЗ, который появился тоже на поле замену и не спешивал, между прочим, в этом эпизоде. Это 29 номер Вячеслав Песцов. ПФЛ, профессиональную футбольную лигу, и КФК. Это второй и третий дивизионы российского профессионального футбола. Вот такого вот арбитра сегодня на матч пригласили. Ну, яркая игра, и арбитр должен быть соответствующего высокого квалификационного уровня. Ну и по всем своим действиям Ваги Чичелян показывает, что он, конечно, очень супер классный судья. И то, что я его забыл, наверное, назвать и не называл почти все весь первый тайм, говорит, опять же, о том, что высочайшего квалитета этот судья. Ну, самое главное, наверное, самая громкая похвала для арбитра — это его незаметность на поле. Это известнейший, это понятнейший факт. Ну вот, незаметен Ваги Чичелян, но когда требуется, он своим бдительным. Ну, игра у нас, конечно, сегодня проходит очень корректно. Нарушений практически нету, не говоря уже о желтых карточках. Вот сейчас могло вам показаться, что нарушал правила футболист Comedy Club, но здесь все-таки игра была больше корпусом, поэтому даже по реакции
футболиста Yellow Black and White. Андрюх, коем был Максим выше, Смирнов. Андрюх, выше. Здесь без игрока не стоим. Не имело места. Нашли своих. Гусейнов у нас возвращается на поле под 11 номером. Равно как и его коллега. Сразу, да. Хорош. Сергей, вот сложно мне разобрать фамилию, может быть, мне подскажет. Хорош. Так, фамилия 17 номера Камеди Клаба. Лучший! Спасибо. Я не обиделся на меня Сережа, что я назвал его иначе. Уж поверьте, ей-богу. Ой-ой-ой! Ну, теперь мы разобрались. Еще раз буду. Бля, что такое-то? Камеди Клаб, за то, что я ему рассказывал информацию, которая для меня новая, ну, вспоминать, 17 номер, где Клепиков первого тайма и будет усиливать на правом фланге атаку своей команды. Ну, выйдите, Ромя, вот именно Клепиков сейчас выбрасывает аут на своего партнера и прерывается. И уже не шибко торопится Yellow Black and White. Нужно сохранить преимущество перед перерывом. Ай, как сейчас не принимает Александр Ильин. Отличную передачу сейчас партнер ему отдавал. Саша пытался вход себе обработать Петровым, но не вышло. Сразу вышло! Да ударь, блядь! Новая возможность для Yellow Black and White. Жестче, Маяк, скажи, что за блин подставление? Максим Смирнов лайк. Жестче ногу, а! Третий, а точнее 33. Жень, разберись. Роман Благой, да прервал один атаку, а у нас уже обувь. Одного защитника, и пусть он идет, Шастун, центр, помогает. Чтоб один в один был. А то у нас там плюс один, а здесь минус один, они разыгрывают. И уже как топор заносил, хотя, наверное, не очень удачное сравнение, но как палач заносит топор, сейчас ногу заносил Шастун для этого удара, но заблокировали, и угловой будет выполнять команда Comedy Club. Передача на ближнюю штангу, защитник справляется, и удар что-то в подобие сухого листа сейчас Клепиков пытался исполнить. Закручивал туда сильным ударом с подъема мяч в дальний угол, но не попал. Андрей, двигайся! Улетает у нас мяч на третье поле, где сейчас в дивизионе 2Б играет команда Скиф и дубль Вестсайда. Передаем привет через эфир Роману Звереву, лучшему менеджеру прошедшего сезона, который вывел свою команду с 7-летним стажем в первый дивизион и готовится дебютировать против Заречья. Клепиков прихватывает передачу, удар по воротам. Величко бдит и отражает этот выстрел Дмитрий. Быстро ладонь. Величко отразил удар Клепику. Но Клепиков неумолим. И партнеры помогают там ему, в частности, Рустам Джибинов, который вернулся на поле. Не мог такой футболист долго сидеть на лавочке. И снова вышел. Еще одна замена в составе Comedy Club. Видим, что под 88-м номером появляется Рам. Турал написано, здесь без имени написано, Турал. Жестче с ним! Просто Турал. Записано, я читаю, а тем временем прекрасная передача на правый фланг на неутомимого и неумолимого Сергея Клепикова, который с лету просто-напросто влепил мяч в ворота Дмитрия Величко. Шанса там, пожалуй, не было. Ну, конечно, повторюсь, на это могут парировать тем, что всегда есть шанс отразить любой удар, но если уж так, то тогда шансы Дмитрия Величко были мизерные после этого классного выстрела в исполнении Сергея Клепикова. Отмечаем его в протоколе. Атака забита мяча. Ну и выдающийся просто передачу на него отдал Гусейн, который Махмуд Гусейнов, да, под 11 номером великолепную передачу отдал. Ассистента также отмечаем в этом поистине красивом эпизоде, который завершился взятием. Теперь у нас счет 1-1 на выстрел Коронина. Своей пушкой ответил Клепиков. Атака Yellow, Black and White, обыгрыш, и сейчас Пронин, как поршун, подлетел туда, на линию огня, и готов был уже поразить в ворота Тамги Масаева, и вся команда сейчас аплодирует
ему за его бразильскую технику. А я вспомнил мексиканского вратаря Хорхе Кампоса, который тоже классной техникой обладал. Вот Камби Масаев передает привет Хорхе Кампосу в солнечный мир. Давай, Андрей, в атаку, Андрей! Продолжается у нас игра по правому флангу, и сможет ли устоять на ногах футболист, но не удается. Падает на сетовский газон Кирилл Евсеенко. А прими мяч, могло там все остро дальше продолжаться, разворачиваться. И сейчас вот сохраняет мяч для своей команды. Это Клепиков, который просто в огне. 17 номер у этого футболиста. Здесь хозяйствует по-прежнему Рустам Джибилов. Перехватывает в очередной раз. И партнер успоховать. Выход 4 в 3. Фиксируем. Yellow Black and White. Удар поворота. Пронин. Но Пронин до мяча не добирается. Турал наносит по своим. И снова выручает команду. Там Бимасаев. И все. Атака захлебнулась. Но сейчас будет шанс на сборную ее развернуть. Yellow Black and White уже торопятся, хотят все-таки восстановить преимущество свое. Давай, блядь, таких трудов добыли. На первых минутах и Пронин активнейший, 9-й номер. Ну, сели! Давайте Пронина сравним с Малым Жировым. Легендарным девяткой. Английский премьер-лиги. Да, Саш, большое спасибо. Пронин может не Тумаков надавать после матча, потому что я в Ньюкасл. Нет, Пронин болеет за Манчестер Юнайтед, кстати, как и я. Тоже являюсь 95-го года фанатом этой команды. Пронин 9-й номер. И назовем его Уэйном Руни. А пока, покуда мы тут искали сравнение и аллегории, главный арбитр встречи сегодняшнего матча Ваня Чичилян дает судейскую трель, и команды у нас уходят на перерыв со счетом 1-1. Пока что у нас дружба на табло, но поверьте, что с таким раскладом не согласны. Сейчас они передохнут и вернутся на второй тайм этого веселого и бодрого матча. Передохнем пару минут и мы. А это здесь Можайский, с кем? Расставьтесь по своим местам, мужики, бля, кто где стоит, ёпкую мать? Сейчас заметно, там, Армада. Армада? Да, Армада. Рома, заспела! Армада, кстати, бодренько начала. А, кстати, и Можайский тоже, они же наверху такой были, да? Ну да. Бля, мужики, ебаный рот. Держи петлю свою. Хорошо! Играй, играй, дай, играй, играй! Игроков, игроков! Пускай, не пускай! Давай, давай! Нет, там... Ну, скорее всего. Тихо, тихо, маяк, тихо! Тихо, 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 тихо! Маяк, тихо! Мяч играй! Так он мяч играет! Мяч играет! Вчера я попал, когда-нибудь титан попал. Давай, судья, замен. Да. 3-1 проиграл. Судья, и по делу, да? Ну, знаешь, они как-то пытались давить, но они до середины нормально, а вот... Превью не читал, да? Нет. Я там, знаешь, прошелся. Да. Я писал, что они еле отскочили от Коммунара, в конце терики. Просто разгромил Титан. Я говорю, Астанга так в огне. Они должны были обыграть Успенское, просто тебе повезло. Они обыграли ЦДН, да? И я просто видел, как Сослан занимается этой командой, как он новичков подтягивает. Соберемся, пацаны, соберемся!
сейчас ему выпьем, дорогие друзья. Этот солнечный. И сегодня для вас я, комментатор Максим Киселев, стараюсь не испортить матч двух очень бодрых команд, коими являются Yellow, Black and White, команда Александра Ильина, которая выступает по-прежнему в черных цветах, черно-белых. Давай, давай, забивай! Желтого, как вы поняли из названия. И сегодняшние их соперники Comedy Club, которые, помимо того, что хорошие юмористы, кроме этого еще и различные футболисты. Первый тайм у нас, друзья, завершился со счетом 1-1 на гол Александра Пронина, выступающего под 9-м номером и болеющего за Манчестер Юнайтед, ответил своим прекрасным выстрелом Сергей Клепик. Друзья, вот такое вот начало второго тайма. И рикошет сейчас помешал Тамби Масаеву отразить этот выстрел в исполнении 88-го номера команды Yellow, Black and White Максима Андреева. Говорил я про его счастливые две восьмерки на спине. Ну вот они-то и принесли счастье этому такому фактурному нападающему команды Yellow, Black and White. Опытный тоже футболист, видим, что он такой возрастной. Ну и вот этот вот не сильный, казалось бы, удар получил свой рикошет. И предательский мяч для Тамби Масаева заползает за линию. И Yellow, Black and White восстанавливает свое преимущество в один мяч. В самом начале второго тайма, сейчас чуть было не увеличивает счет. Дмитрий Колосов, который прорвался по левому флангу и щекой по науке направлял снаряд туда, в дальний угол. Считанные миллиметры сейчас спасли Comedy Club от того, чтобы троечка зажглась на нашем воображаемом табло Сетлинг парка номер 2. Но счет по-прежнему 2-1. И там Дима Саев торопится вести мяч в игру. Обухов перехватывает мяч. Атака нашей команды по левой бровке. Шастун здесь прорвался по центру. Нервничает, нервничает Yellow, Black and White. Отличная передача. Обухов Шастуна попадает. Вторым касанием пытается проткнуть туда. В обувной мастерской, но там свой мастер имеется. Дмитрий Величко контролировал эту ситуацию. И мяч устремляется в рыболовную сеть, которая там растянута за воротами Дмитрия Величко. Ну а это уже, друзья, в игре Рустам Джибилов, которого я не уставал нахваливать в первой половине встречи. Центральный защитник Comedy Club, настоящий оплот обороны этой команды. Но еще партнеры тоже помогали. И также качественно действовали сзади. Но партнеры обязательно прибавят. Вот сейчас передача не сочла. Атака по правой кромке и контролирует абсолютно эту ситуацию. Там Дима Саев, дальняя передача на Антона Шастуна. Рослый нападающий, но здесь против него здорово действует Маша Чургуля под номером 7. А вот уже в атаке Алексей Гришаев. Давай, давай, забери! Вот обыгрывает удар поворотом, еще будет удар. Нет, 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 друзья. Тут уже быстрый ночи с Анвелом Мурадяном, который хотел отвести угрозу от ворот своей команды. Еще и обыгрывает. А на этот раз от ворот. Позволяет сейчас двойную замену сейчас Ваги Чилиан. Завели, завели, завели! Забитого мяча Клепиков, которого зовут Сергей. Ну и еще одно изменение в составе Comedy Club входит там. Роман Косицын, вместо него, сейчас не могу разглядеть номер футболиста, который вошел в игру. По-моему, 11 номер. Сейчас разберемся. Да, 11-й, смотрим, кто там у нас под 11-м. Это Махмуд Гусейнов. Также появляется на поле. Там в атаке Клепиков идет в обыгрыш. Обыгрывает своего партнера. Передача на дальнюю штангу. Там Антон Шастун уже. Давай, 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 давай! Максим, надо подключаться, не сбивайся назад! И вот сейчас прямой подсказ от Александра Ильина, который решил здесь бровку поруководить. Саша не появляется пока во втором тайме на поле, но мы его очень там ждем. Подсказывает сейчас своему партнеру.
в команде. Максима Андрющенко, что увлекается тут атакой. Но вот Александр Ильин появляется на поле. Предсказуемо это был выход, заменяет он автора второго взятия ворот. Это Максим Андреев. Ну вот у Yellow Black and White, как в старых советских традициях, забил гол. Побегай, побегай, заменка есть, побегай. Помните этот принцип, который главенствовал на всех коробках социалистического счастливого общества? Да, вот такого же принципа, видимо, придерживается главный тренер команды Эдуард Илоян. По крайней мере, по факту мы видим и замену Промина после гола, и замену Андреева. Ну а Максим Ковальчук продолжает перетасовывать карты, футбольные карты своей команды. Еще одну двойную замену делает. Александр Ильин, смотрите, сейчас как продемонстрирует умение сохранять мяч. Атака по левому флангу, это Колосов, передача на десятую, Смирнов. И Смирнов блестяще завершает эту атаку. Атака была безупречна. И сохранение мяча Александра Ильина тремя касаниями. Вон есть, вон он мячит. Вычерчены словно у Пифагора. Его геометрия, передача, которая оказалась точной. Максим Смирнов получил мяч уже в штрафной площадке. Ему осталось лишь переправить снаряд в дальний угол, что он умело и выполнил. Не зря же, как говорится, 10-й номер на спине носит. И вот преимущество команды Yellow Black and White у нас уже становится ощутимым. 3-1 по такой игре — это хорошая заявка на победу в сегодняшней игре. Понимает это Максим Ковальчук и возвращает на поле свою десятку. Это, как вы уже догадались, Роман Косицын возвращается на поле. Неточная передача сейчас в исполнении Yellow Black and White. Но вот видите, фэрплей мог случиться, если бы сейчас не сбежал на мяч. Снаряд Тамби Масаеву, и Тамби торопится ввести его в игру, дает партнеру направо. И выяснили сейчас футболист Камеди Клаба передачу на Овникова. Тот все-таки опережен Лаши Чургули, который хорошо действует во втором тайме. Снова Колосов, и снова вновь Ильин, и опять же Колосов, есть вариант направо, но есть еще вариант туда, на Смирнова, и тот капитана решает вознаградить за его рывок, который совершил по левому флангу, хотя и сам Смирнов мог уже на дубль зайти, но когда подключается Ильин, партнеры обязательно награждают своего капитана передачей, но там защитник уже прочитал это намерение футболиста. А Ильин сейчас мог добраться, если бы там не Рустам Джибилов, который безупречен в центре защиты. А вот смотрите, как Ильин отрабатывает в центре поля. Передача на Смирнова. Смирнов красиво пропускает туда дальше. Колцева. И сам требуется. Много сил отдали футболисты. И да, попросил сейчас, чтобы дали передышку. Дмитрий Колосов. Ну и появляется мой любимец Александр Пронин под своим неизменным девятым номером. Автор первого забитого мяча в составе Yellow, Black and White. Ильин здесь просто хозяйничает здесь, как умелая кухарка на кухне здесь, в центре поля. Там в центре поля против своего оппонента Александр Ильин очередной подбор зарабатывает штрафной для своей команды, который, кстати, может быть очень опасным, учитывая то, какие умельцы собрались у ворот Камеди Клава. Но Александр Ильин решил, что есть у него право на то, чтобы попробовать с левой ноги верхний угол ворот поразить. Но там Тамби Масаев контролировал эту ситуацию и мяч устремился ввысь. Вот от ворот на Обухова, тот пока скучал здесь без мяча, но вот смотрите, скидывает головой на Клепикова, тот уже забивал и пытается второй раз это сделать. Удар по воротам. Браво, забегай, внимательно, Фит! В стиле Криштиану Роналду, у него, наверное, лучше. Мяч там летит вниз, всегда это очень опасно для вратарей. Вратари забивают, блядь! Не вступал в игру, а у нас... Не знал полевого.
Да, подсказывают сейчас мои коллеги, что вратарь по-любому сыграл в составе команды Можайский. И вот забил гол. Успеваем мы, так сказать, подглядывать еще и за соседними полями. Покуда у нас здесь бывают паузы. Но пауза была недолгой, и Yellow Black and White продолжает доминировать в этом матче. А Рустам Джубилов продолжает им в этом мешать. Обухов на правом фланге. Отличнейшая передача на Клепикова. Тому лишь завершить осталось эту атаку, молниеносную атаку Comedy Club. Трехходовка. Трехходовка в стиле Алехина. Но детского мата не случилось. Клепиков получил отличнейшую возможность после передачи Обухова, но угодил выше ворот. А это уже Пронин здесь принимает мяч, опускает его этим касанием вниз. Смотрите, какая техника. Джибилова обыграл самого Джибилова. Ильин пушку свою разряжает, и снова Джибилов мастерски отводит эту угрозу. Но вот то, что Джибилова обыграли, это, конечно, случай уникальный. Впервые случился этот эпизод. Джибилова попробует обыграть. А вот Пронину это удалось. Ну и угловой удар очередной в исполнении Yellow Black and White. Клепиков собирается сейчас исправляться за два своих промаха. Обухов на правом фланге просто безупречный. Клепиков, но забивает. Ну нет, Клепиков не забивает. Потому что там Дмитрий Величко ногами отводит свою угрозу от своих ворот. Героически сейчас выручает свою команду. Клепиков, ну здесь-то как ты не забиваешь? Ну, Клепиков. Да, 4 возможности сейчас у Сергея Клепикова было. Хвалили мы его за тот сумасшедший гол, который он забил в первом тайме. Но из 4 эпизодов-то один хотя бы или 2 надо реализовывать. Но то, что Клепиков оказывается на вот этих вот голевых ситуациях, говорит о том, что он мастерски создает себе эти возможности, правильно открывается, правильно обманывает там защитников команды Yellow Black and White. И, ну, я думаю, на 5-й раз у Клепикова обязательно должно получиться. Еще один удар сейчас в исполнении Дмитрия Колосова, который отдохнул немножко и вернулся на поле. Такой хороший пушечный удар. Но в ворота не попал. 3-1 у нас по-прежнему в нашем матче. Обухов сохранил, казалось бы, мяч для своей команды, но перехватили. Пронин отправляет партнера Гришаева на правый фланг. Атака на Пронина продолжается. Но передачу перехватывает защитник Камеди Клаб. Второй темп. Тут Ильину даже не пришлось к мячу подбираться. Пронин. А вот Пронин такие ситуации, друзья, не прощает. Пронин болеет за Манчестер Юнайтед. Носит 9-ку на своей спине и забивает дуплетами. Здесь выстреливает на сеточном парке, используя из двух возможностей обе. Ну и фиксируем дубль товарища Пронина. Помните такой мультфильм был про капитана Пронина? Капитан Пронин, про мужественного КГБшника, который там различные подвиги совершал. Но вот у нас Пронин тоже, хоть и не КГБшник, но подвиги. Замечательный был мультфильм, если у вас будет время, обязательно посмотрите мультфильм про капитана Пронина. Очень рекомендую, такой искрометным юмором этот мультик. Давай сразу! Сразу в чертели! А вот этот человек, Александр Пронин, вернул меня в воспоминания. Опять же, про социалистические прошлое. Делаем! И, кстати, Саша Ильин тоже смотрел эти советские мультики. Сыграть, есть! И, наверное, этот мультфильм тоже увидел. Ну, возвращаемся мы непосредственно к футболу. У нас счет уже становится крупным. 4-1 выиграют Yellow Black and White. И сейчас уже Comedy Club надо шашка на голову идти. Как османские янычары шли против вражеских кораблей. Вот такую тактику сейчас надо использовать команде Comedy Club. Тут уж не до шуток. 4-1 это очень весомо. Вот мечает за боковой Мурадян. Через себя справляется с этой ситуацией. Но поскольку сейчас защитник шел головой на этот мяч, это был Кирилл Евсеенко, то здесь Ваги Чигилян фиксирует нарушение правил. Опасная игра имела место.
А вот они треугольники команды Yellow Black. Но защитник справился, разгадал сейчас это намерение. Не дочертили треугольник. Бронит с мячом. На правом фланге поставил корпус и сохранил мяч. Из аута будет вводить Yellow Black and White. Александр Ильин будет это делать. Вращает, будто шокировал сейчас мяч. Получает его, но перешокировал сейчас Александр Ильин. Упустил мяч за боковую. Но у него есть карт-бланш, поскольку команда выиграет 4-1 на подборе. Юрий, садись! Передача на партнера. Передача была точная. Саша, я сейчас согласен. Передача была хорошая, точная, но партнер почему-то не справился с ней. Знаешь, что нет? Ступор почему-то она отбила, Кирилла Евсеенко. Ну, ничего страшного. Поскольку Yellow Black and White уже вернул себе мяч, но снова потерял. И снова вернул. Александр Ильин в опорной зоне. Словно Рабьё. Перешедший в Ювентус действует там. Хозяйство, действительно, в центре, и никто с этим ничего поделать не может. Вот сейчас Максим Крылачев будет что-то здесь делать, поскольку центр Yellow Black and White его перехватили! Вот это гол! Вот это мяч сейчас там игра проводит. Прекраснейшая, просто отличнейшая передача в исполнении Махмуда Гусейнова на своего партнера. Это был Самвел Мурадян, и тому оставалось лишь изменить траекторию полета мяча. Ну, вспоминая произведение Джерома Селлинджера, словно кукушкино яйцо сейчас в гнездо Yellow Black and White подкинул Самвел Мурадян. Яичко угодило точнёхонько в гнездышко этой команды. И Самвел Мурадян после блестящего ассиста Махмуда Гусейнова забивает мяч, а Клепиков сейчас был близок к тому, чтобы сократить до одного мяча отставание. Но какой блестящий сейв сейчас совершает Дмитрий Величко. Выуживает из-под перекладины и еще вот таким громогласным ревом повествует о том, что именно он играет в этом эпизоде. Передача на Ильина, но Ильин не завел свой мотоцикл Honda Александра Ильина, чтобы добраться до этой передачи. Но и справедливо отвечает, что в покорной зоне он выступает. Космических мотоциклетных передач Александр не готов на такие подвиги, на такие совершения. Его задача здесь в центре все вычищать, выкусывать с этим и блестяще, Саша. И угрожать воротам дальними выстрелами. Покуда у него такая возможность предоставляется. 4-2 в нашем матче. Конечно же, есть. В формате 8 на 8, 4-2. Это достаточно быстро сравнится, тем более, что Клепиков заходит на второй гол. Удар по воротам блокирует Алексей Гришаев, а фиксирует Дмитрий Величко в своих вратарских перчатках. И будет ногой мяч вводить туда на Пронина. Пронин надувает щеки и заставляет защитника выбить мяч в аут. Александр Ильин отпахал. И сейчас требуется время для передышки. Вместо него на поле по 10 номером является Максим Смирнов, автор третьего забитого мяча. Говорит ли это о том, что Yellow Black and White намерены еще забивать мячи в ворота Камеди Клаб, а почему бы и нет? Собственно говоря, Владимир Чигилян на встрече фиксирует нарушение правил. И опасный штрафной сейчас Yellow Black and White получают.